3000 человек пришли в понедельник 22 августа проводить в последний путь духовного лидера партии ШАС, высочайшего авторитета ультрарелигиозных сефардов, главу Совета мудрецов Торы, богослова и вероучителя раввина Шалома Коэна. Уроженец Иерусалима раввин Коэн скончался на 92-м году жизни. В 1983 году он стал первым сефардским раввином, публично поддержавшим партию ШАС, и много лет был приближенным к раввину Авади Йосефу и главе партии Арье Дери. В 2013 году, после смерти Авади Йосефа, раввин Шалом Коэн возглавил Совет мудрецов Торы. Первые годы он делал немало резких политических заявлений. Так он всецело поддерживал мнение своего предшественника, главного сефардского раввина Израиля Авадии Йосефа, о недостаточно еврейском составе алии из Советского Союза. Высказывался раввин Коэн и о политических лидерах коалиции и оппозиции. В соболезнованиях по поводу кончины раввина политические деятели Израиля подчеркнули, что его уход – потеря для мира Торы, еврейской религиозной мысли и духовной жизни государства Израиль. Для того, чтобы проститься с раввином Шаломом Коэном, смогли прийти его последователи, столичной полиции пришлось перекрывать движение на маршруте похоронной процессии от родной ешивы Порат Йосеф до кладбища Санедрия в Иерусалиме.